вообще куча народа, а тут тишина более-менее меньше. А среди недели мы вдвоем только с моим другом рыбачим, никого нет. А тут-то выработали, тоже жил. Да кто его знает, может вот быть и нет. А что же самое тут здесь, и Марион, и Слюда, и Турмалин, и Кварц, и Кристаллы Мариона здесь. В отвале попадаются, где-то я начинал, вон там. Тут когда кино даже снимали. Даже примеси железа, что ли, сразу? Железо здесь всегда есть. И гранат может быть. Так что вот так вот. А по-моему гранат тут есть. Гранат даже. Да, граната кристалла на полевом шпате. Вот заноры же видел фотографии на полевом шпате. Прямо кристалл граната сидят. Как россыпь такая красивая, зараза. Вообще, Канонеров был такой один знатоков камней в Нижнем Тагиле. Цыган мы его звали. Он до хрена, вот он этот самый добывал на, как это деревня, на Залуговой. Там еще есть копи, где кардиерит. Синий. Вот они там штольню заделали, так они взяли хорошего кардиерита, и марионы тоже. Но там все змеевики. А кардиерит он не кристаллами, а такими этими, а как окатанные, желваки. Сверху даже не поймешь, а когда расколешь его, он синий, как сапфир. Его использовали раньше в дешевые поделки. Он мягкий по сравнению с корундой-то. И добывали это вот луговая деревня, а за Луговой там целая вереница копей на кардиерит. Там много интересного. Там лунник голубой тоже попадается среди этих кардиеритов. Это от Мурзинки, если идет налево Буженина в Бор, а направо Луговая. Луговая. Через на ту сторону дороги, на да? На ту сторону дороги, угу, да. А Луговая еще около Артемовска там есть. Артемовска. Около Миронова еще какая-то луговая. Нет, это в сторону Мурзинки туда. Мурзинок, если насчитать, так я вот только 4. Да, да? Только. Гранат. Ну, шайтанки, понятно. Гранат тут есть. А вот, гранат тут есть. И кристаллы хорошие. Гранат тут есть. Спасибо. Алмазы бедные.